В сегодняшнем видеообзоре я хотел бы рассказать о методике Михаила Киреева «Двойная прибыль в интернете от хитрого лиса». Данная страничка сейчас, кстати, находится у вас вот здесь. Ниже под видео есть ссылка, можете посмотреть, ознакомиться с предложением более подробно. В чем же оно заключается? Это работа с сервисами простых заданий. Самое основное в методике это то, что был сделан обзор этих сервисов и собрано и выбрано более 17 отдельных сервисов, где вы можете зарабатывать, выполняя простые задания. Что это за задания? Задания разные. Это и просмотр роликов на YouTube, работа с социальными сетями, комментирование, проставление лайков, вступление в группы и так далее. За всю эту работу, конечно, если взять отдельный какой-то сервис, платят немного. Это где-то, например, от 50 копеек от рубля и выше. Есть разные задания. Есть задания стоимостью и в 30, в 50, в 100 рублей. Причем методика построена таким образом, что вот если выполнять все рекомендации, то вы будете выполнять только те задания, которые вам наиболее нравятся и которые наиболее высокооплачиваемы. Я уже работаю в интернете более 5 лет, и у меня, конечно, есть уже свой бизнес, свои наработки, но 5 лет назад я начинал именно с сервисов простых заданий. Тогда еще не были развиты социальные сети. Тогда не было заданий про поведенческие факторы, то есть нужно было куда-то заходить, например, в поисковик Яндекс, вбивать какое-то слово, искать какой-то определенный сайт, заходить на него, ходить по нему, там какое-то время находиться. Тогда такого не было. И таких заданий не было. Сейчас такие задания есть, и они оплачиваются в разы больше, чем просто там кликнуть по какой-то ссылке, по какой-то рекламе. И именно эти сервисы, они этим занимаются. Реклама в социальных сетях, реклама сайтов, то есть продвижение сайтов в поисковой выдаче и так далее. Не буду вас грузить терминами. Все задания, которые даются, они пошагово описываются, что вы должны сделать и как отчитаться. Кстати, про отчеты. Во многих заданиях нужно присылать скриншоты. И в дополнении, в бесплатном дополнении, которое дается к данной методике, у вас есть две программы. Они вам сильно помогут. Обязательно их применяйте. Ну что же, коротко я рассказал вообще, в чем смысл этой методики. Давайте посмотрим, что внутри. После оплаты вы попадаете на специальную страницу, где и описана вся методика с подробным описанием, с рекомендациями, что нужно. Вот давайте посмотрим. Сейчас я как раз нахожусь здесь, и вы можете посмотреть. Вот здесь даны ссылки на сервисы. Далее идет описание самой системы, введение и уже практические знания. То есть, что вы должны скачать, как настроить и так далее. Все это расположено на одной странице. Вы можете ее сохранить к себе на компьютер или же просто добавить закладки и постепенно изучать. Выполняя все шаги из методики, у вас получится зарабатывать в несколько раз больше. Именно в несколько раз, потому что настроив специальным образом ваш компьютер, вы сможете выполнять многие задания, интересные задания, высокооплачиваемые задания многократно. В этом и смысл методики. Она работает. Для кого подойдет методика? В принципе, подойдет для всех. У нас и школьники зарабатывают на этой методике, и пенсионеры зарабатывают. Единственное, что вы должны более-менее разбираться с компьютером. То есть я вам рассказал, что есть сервисы, что нужно выполнять задания. Если вы умеете регистрировать почту, зарегистрироваться в социальной сети, например, ВКонтакте, заполнить профиль там, то у вас все получится. Здесь никаких проблем совершенно нет. Если вам сложно вообще с компьютером, то есть вы интернет еле-еле открываете там страничку, либо вот почту открыли, дошли сюда, а ящик вам кто-то там из знакомых зарегистрировал, и вы не понимаете, как вообще все это дело делать, тогда, я думаю, вам лучше воздержаться от покупки и посмотреть какие-то другие предложения. Но на самом деле вот эта методика – это самое простое, что есть в интернете. То есть вот этот интернет-заработок, который у вас будет благодаря этой методике, это основа.
развивайтесь, зарабатывайте деньги на первоначальный капитал, и уже потом можете работать с партнерскими программами, организовывать свой какой-то инфобизнес или еще что-то, то есть что вам понравится, но это уже будет потом. Благодаря этой методике вы осознаете, что первое, есть деньги в интернете, их можно зарабатывать, люди действительно платят. Второе, вы изучите предложение, то есть вот рекламируя какие-то сайты или еще где-то, обращайте внимание, что вообще люди, рекламодатели заказывают, в каком направлении они двигаются. Не просто же так они вам просто деньги отдают и все. Вы делаете для них работу, соответственно, они тоже зарабатывают. На это тоже обращайте внимание. Ну и развивайтесь, подключайте программы, настраивайте, и у вас все получится. Если у кого-то не получается настроить компьютер, вы запутались с настройками в методике, что по шагам описано, у вас не получается, обязательно, конечно, пишите на почту, вам помогут. На этом, наверное, я уже буду заканчивать. Подключайтесь, изучайте, работайте, зарабатывайте и развивайтесь дальше. Всего доброго, до свидания.